Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла в виде сердца. Для этого нам понадобится 3D-форма тубус сердца большое. Выглядит она вот так вот. Также нам необходима будет основа. В этот раз я буду использовать основу прозрачную. Также необходимы будут несколько видов красителей, а именно краситель оранжевый пищевой, краситель гелевый авокадо и краситель жидкий черная смородина. Также я буду использовать отдушку сладкая вишня, масло бразильского ореха и фигурный глиттер в виде сердца. Также из инвентаря нам понадобится стеклянная палочка для перемешивания и несколько термостойких стаканов. Для начала мы растопим небольшое количество прозрачной основы. Теперь мы добавляем несколько капель масла. Добавляем отдушку. Добавляем краситель черная смородина. Все хорошенько перемешиваем и добавляем фигурный глиттер. Заливаем формочку. Теперь в основу мы добавляем краситель авокадо. Добавляем отдушку. И добавляем немного масла. Следом добавляем глиттер. И все хорошенько перемешиваем. И заливаем основу в формочку. И последний слой мы добавляем краситель оранжевый. Добавляем отдушку. Масло. Глиттер. Хорошенечко все перемешиваем. И заливаем в форму. После того, как основа застыла, мы достали мыло из формочки и нарезали его небольшими сердечками. Их можно использовать как мыло, так и мыло для вплавления в какую-то форму побольше. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!